Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессиональной и финансовой сферах. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях. Телец. Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомнения. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце. Близнецы. У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов. Рак. Лучше всего в это время заняться своим физическим и душевным здоровьем. Не стройте грандиозных рабочих планов. Лев. Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Дева. Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по независящим от вас причинам. Весы. Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Скорпион. Ожидается творческий во всех смыслах период. Это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, поставленными на работе. Стрелец. Вам придется отказаться от личных планов ради профессиональных интересов и карьеры. Проявите максимум предусмотрительности. Козерог. На этой неделе вы неплохо перенесете физические нагрузки. У вас будет возможность проявить личную инициативу. Водолей. Исключите физические нагрузки и уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Близкие окажут вам поддержку. Рыбы. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Здравствуйте, с вами РТА Телеком. Современный мир диктует нам высокую скорость жизни. Быстрые машины, быстрая еда, быстрые денежные переводы. Остановимся подробнее на онлайн-оплате услуг. Вам нужно оплатить за услуги интернета и телевидения. Сделать это нужно обязательно до конца месяца, чтобы не оставаться без интернета. Заходим на сайт РТА Телеком, вводим номер договора или ваш адрес, указываем ниже цифры с картинки и нажимаем «Найти». На следующей странице вы увидите данные вашего счета, QR-код для оплаты через приложение Сбербанк Онлайн, а также прочие сервисы для оплаты. Выберите подходящий именно вам. Заполняйте все данные с карты. Не бойтесь, все данные хранятся только на вашем устройстве. О, а я уже подтвердила свой платеж, пока рассказывала вам о оплате. Это проще, чем кажется.